Хэллоуин для меня не праздник. Я считаю, что это праздник больше для молодежи. Как-то нарядиться красиво, куда-то сходить, повеселиться, может, что-то испечь. Этот праздник, он вообще ничего не значит, только мешает. Есть праздники, которые, ну, например, поставлены в жизнь, чтобы прославлять Бога. Например, Рождество. Это я праздную. В целом положительно. По-моему, веселый очень праздник. Все наряжаются в разные костюмы. Так прикольно. Да, отношусь нормально. Не считаю это каким-то кощунством или, как многие люди говорят, что это какой-то бесовский праздник. По мне это просто, ну не знаю, возможность познакомиться с чужой культурой и отлично повеселиться. Не более того. Я специфически к нему отношусь. Праздник не русский. Я против него, потому что, ну, я бы понимал, если бы там русские какие-нибудь монстры были. Ну, или если бы у нас это в России праздновалось. А так, нет, не празднуется, я со всеми. Плохо. Это вообще его нельзя праздновать. Вот так, потому что совершаются плохие поступки. Вот. Вред. Нельзя такие праздники праздновать, я так говорю. Это не традиционный праздник, скажем так. Ну, по крайней мере, я знаю, что православная церковь относится отрицательно к этому, ну а участвовать в этом мероприятии, либо не участвовать, это дело молодых и тех, кто либо хочет, либо нет. Ну это, во-первых, не наша традиция, это ведь праздник-то чужой, поэтому, не знаю, ничего хорошего в этом я не вижу, еще ряженые бегают непонятные, поэтому очень плохо отношусь к такому празднику. Я почему-то отрицательно, не наше это. Ивана Купала нормально, а на Хэллоуин, ну, не мое.